полицейский право проявить. За мостом. За мостом, за мостом. Здравствуйте. Поясом города Бишкек, старшина Доброй ночи. Здравствуйте. Вы гражданка Казахстана, да? Нет. У вас курточка есть? Куртка есть, пожалуйста. Кто пили? Здравствуйте. Куда и Маш? Это ваша жизнь? Да. Это я пил. Куртка дай одеть? Мою, пожалуйста. Мы ее проверим на наличие, хорошо? Конечно. Но я пил, я попросил жену забрать меня с машины, она была с подругой. Слушайте, она из дома приехала? Да. За мной. В таком платье, что ли? Ну, она за мной приехала. В таком платье из дома? Она проверит. Чисто. Наркологи? Да. Дуйте в трубу. Дуйте в трубу. Да, чтобы она проникла больше. 2 минуты должна быть. Чтобы она включила. Долго ли? Да-да, ну что выйти. Екатерина. Кого? Бишкек, адрес скажите. Переулок Айдасульский. Это чужой мужчина, это дальше. Так, документы ринзы. Не сегодня переоборудовано, газ кое-чем было. Газ баллон оборудован. Кстати, дорогой? Чего, Рэм? По факту установлены не улыбки, документы ринзы. Перечень документов вернулся, чай должен был гулять, транспорт хотел. Причина нас не дошла, айтенс, везем, что мы вышли с перегрузами. Здравствуйте, скажу точно, до связи, со стола ползала, с лесу тоже. О, отлично. А с когда вечером, что thank you.
Смотри, что-то Валдемар Откакович, а? Младший инспектор УПСМ 103. Да, нарушение статьи 129, часть 1, короче, нарушение статьи. Так же. За нарушение статьи 129, часть 1 Кодекса нарушений Кыргызской Республики, то есть переоборудование без соответствующего согласования с уполномоченным органом. Ваш автомобиль отправляется на штраф. Согласно статье 31.3.1, часть 2, пункт 6. У вас уже установлен? По-моему, установлен у вас уже. За каждое переоборудование в конструкции, изменение внесения, каждый автомобиль отправляется на штрафную стоянку, если не имеется особой отметки. Вот паспорт мой, права. У меня Марат Рыстак, там моя машина. Машина, газовое оборудование, оно не используется. Мы его не переоборудовали, мы только на бензине едем. Любое внесение в изменение конструкции. Я не изменял, конструкцию не трогал. Хорошо, если вы будете не согласны, согласно статье 314 Кодекса нарушений Кыргызской Республики, вы имеете право обжаловать мое решение том, что ваш автомобиль здесь отправляется на стоянку. Это раз. Два. Можете привлечь защитника, можете привлечь переводчика, можете получить копию материала и истребовать все данные по данному делу. Не, обратиться в судебном порядке. Хорошо? Теперь, пожалуйста. Вот такое экспертное заключение, что он переоборудовал, что машина на газе. Согласно техническому регламенту таможенного союза, каждый автомобиль, который переоборудован... Нет, он не переоборудован. А что там стоит? Я не знаю, что стоит. Хорошо. Я без понятия. Вы также имеете право провести экспертизу. Не экспертизу. Давайте здесь проведем. Мы сейчас вот направляемся по своей матрице. Где вам сейчас эксперта найду? Где вам сейчас эксперта? А где я эксперта найду? Откуда я эксперта найду? Вот мы ставим эксперты. Нет, а что там? Я к себе домой направляюсь. Все? После штрафстоянки на такси домой едем. Не буду на такси ехать. Все, что мы будем? Как бы определить, что здесь есть газ, он на газу ездит? Как определить его? Вот стоит баллон-то. А как определить, что это баллон? Это дос. Дёк, мы машина, мен машина, байке. Сизи машина? Мен алған машина. Брёк, я газ не ставил. Я не знал, что газ есть. Я не трогал. Я поехал в ГРС, оформил. Техническое заключение, кузов посмотрели, все посмотрели, поехал. Все. Незнание закона. Это супер. Нет, это не закон. Такого закона нет, что когда машину покупаешь, ты должен провести экспертизу на наличие оборудования. Может, это оборудование. Если вы являетесь водителем, также участником дорожного движения. Являюсь. Являетесь. Водительское удостоверение имеется. Соответственно. Кодекс о нарушениях. Читали, подчиняетесь ему? Кодекс, я закон подчиняюсь к Республике. Если вы закону подчиняетесь, выполняйте мой закон, например. Чё? Дай, дос. На каком основании? На основании вот закон? По факту установленного. Я же вам объясню. Давайте, я 129, часть 1, ну, давайте вот в распечатанном виде или в открытом виде. Я же вам говорю, я не обязан вам показывать каждый лист. Я наизусть эти статьи знаю, поэтому я вам говорю. Откройте кодекс о нарушениях, почитайте. Всякие вещи. Сошпаливаюсь, да? Статья 129. Сейчас один. Я вот одного не понял, да? И эксперт есть, который определяет, что баллон является ГБО. Я же вам говорю, согласно статье 314, вы эксперта наймете, он вам конкретно покажет и решит, это газовый баллон, не газовый баллон, это переоборудование, не переоборудование. А вы как определите, что это если, газовый если баллон? Я буду не прав, я буду нести ответственность за свои действия, как сотрудник. Нет, смотрите, мое время здесь. Мое тоже время? Ну, ваше время определить же, а я по своим делам направляюсь. Сос, получается, вы... Получается, водитель айдап келдат, башка айдап келдат, да, право? Здесь пассажир вообще там на обязан пассажир должен успеть. Нет, это авто мое. Авто мое усосис. Я не что ответственность за свое имущество. На письменно. Это мое имущество. Я могу здесь его оставить, закрыть и уехать. Оставляйте, закрывайте, уезжайте. Я вызову эвакуатор, ваш автомобиль эвакуирую. А вам за невыполнение законного требования выпишу протокол статьи 82. Штраф в каком размере? Штраф второй категории 3000. Еще и отдельно будет за эвакуацию. Так, Ирина, айда.
Сен қаласаң, қалып қала қаласаң, отыра ғой. Сен мысам мен. Сейчас этот. Экспертное заключение ПМВ. Я же говорю, соберется комиссия, пусть он говорит, не согласен, соберется комиссия. Получается, авто оставляем, оставляем куда авто сейчас, да? Пусть. Горгаи, да? А, машину когда я забираю? Да, вы позвоните. Либо не напишите свободно. А отметку где я нашел? ГРС? А в ГРС почему? Мне не говорят, что ваше авто переоборудовано. Так если не разбираться. Почему я не буду разбираться? Да, не будете, это ваше дело. Ну, я просто отдохну, я не Мы увидели нарушение. А вы технический эксперт, который определяет любого? Я инспектор УПСМ, который толкует правила дорожного движения. Толкуйте правила дорожного движения. Но не технический участник. Умный да, дос. Машина чувак, когда был газ, не несу. Я установка электро. А уже та ваша, конечно, что запаска тушкере. Может, она заводская. Заводская, вон со, ехтен барас, экспертный барас, заводской. Вот что мы уж как-то определяете, а там практика барас. Жок, иртин баркан это мало, то сколько. Иртин босо, а если за это пилят, сизда вообще ваша пассажир. Вообще то водитель ваш коля, да? Ну это авто мое. Авто мое босо, это мое личное имущество, да? Мое личное имущество, сизда. Пассажир. 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 Ночное время пассажир. Пассажир не имеет права выходить и мешать работе инспектора. Поэтому. Это водитель. Нет, это что это? Поэтому сядьте, пожалуйста, обратно в машину. Либо я вам выпишу протокол. Хорошо? Лучше мне, будь любезен, вот у меня так надо бороться. Женили мне, везу моргом, лишнее. Так надо, мы за мной большие полы, талап полы, нерсен, откар полы, болды, чур. Жир, ты да, не
тиги жактан андай машина көтөргөн жоксуз. Бул жакка келип башкача айткан. Бул жактан сүрөт алдым да. Анан айткан жок, мошто 100 км. Биз жактан сүрөшүп келдик. Сайтыңыз. Эртең мындай мындай бар, мындай мындай бар деп. Андай расы болсо келип сүрөт тартып алып. Бул арада да тартып отурсаңыз да турат. Бул арада таксам, мен мага кумага контракт алсам. Мына сада, сада. Я полосу, я полосу, чужим на эти привеки для статья, мне предоставление, не действительно в этой ситуации. Ушел мой сюда. А, не действительно, Берген, он же где-то почему, не у нас я его, да? Я вас что-то не понял. Там же самое главное не достоишься, я тоже ошибся, да? Сегодня доктор не позволит, он ухудшил поводок. На 30 пошли, я совершенно не согласен. Атын сендеңіз, сіздеме бұлды сенің ұлы болып шығыңыз. Әдет, деп ойлайдым. Әттен, видеоға тұрттап шығады. Мен сала олайып, оны мен сөйші қойды. Бармен сөйші қойды. Сіз, Тайкиев, Батырмат, Аман, Емеш. Өті байсыз қазақ. Ол күтен бұл бәкер? Не сұл бұл сұл? Лешіне лешін білейте, пожалуйста. Мұнда ашсаңыз, нам Я говорю, лично это не уверен, что вы сотрудник такой. Да, товар вырвал, да вдруг у вас не действительно выйти то же самое, да? Вырвал, на шашпаге. А вот камера на толпу, камера. Да, камера, нет, там сколько камера, я просто запись, запись сделал, звук, да? Он нас? Да. То был у вас нас? Эй, эй, нормально, вышли. До 15-10-22. Все, это да? Действительно, да? Опять что? Я Так что телефон номер 5